А чё, нас не будет, что ли? А ты пин... Да там светать будет. Где мой пин? Не, просто могу своих передать. А что такого здесь такого? Вот любят же пихать тебе броники. Муху в камыше. Лиса, в технику взять увидишь. Борис. Да. С помощником Грантыночка сбросишь эти рейди с заряды. Да, это вот он, да? Я на брифе могу ли ему где-то? А что ты на карком посмотришь? Я просто пусть что-то своих надо придумать, ну вот. Урона не будет, там ничего не будет. Убери! Ага. Да, мне знаете, месяц экипаж. Ага. Ой, блядь. На него только есть. Скинул свой GPS. Максимально тупая. Я не могу GPS скинуть с него. Ой, блядь. Короче, сейчас я сброшу дальномер свой и этот GPS возьму эту хлоп. Где? А вот он. Ёптить! Блять. Как убрать компас? Темно, ёб твою мать, не стреляй. Так, кому GPS, кому бинокль? Борис, мы с другой стороны были, что спавнились. А. Экипажники с другой стороны. Нажми на L. А, с другой. Слышишь, Борис, нажми на L. Да, да. Кто-нибудь знает, как убрать компас, если он забаговался? Два раза. Два раза. Видим. Че, RPG-26, кто-нибудь брал? А, нормально. Борис, тут бот стоит, у него оптика и КП. Это комзвена. А, вот все. Ну надо раздеть. Это у меня не без дымы. Это лучше, чем то. Короче, можно я пожалуйста, выложу? Два пулеметчика обсуждаете. Тут и второй из оптики. Да. А, у меня и не было, у меня только дымовые. Хорошо. Точнее, Нептуры не за вытрел забыл, а который просто держишь, понял? Фарид, у нас не Нептуры. Я знаю. Я напомнил. Прикольно, ему говорят за в инвентаре техники. Ой, в инвентаре пехотинца, даже не выходи из техники. У кого нет оптики? Вон, у ботов есть, поснимайте. РПГ-42. Ну, я так понимаю, все с этими, с приблудами, да? Тогда, Барбарис, сними нам оптику, вдруг прилетит. Сейчас. Просто калаш, скинь на землю еще. Я скотч. А, не, вот, тварь. А на этой телеге, да, поедем на метки? Если хочешь ППХ забрать, забери, слышишь? Вы не говорили, мы на этой штуке поедем, да? Да. Я за стрелка. Я бинокль скинул слева от БМП и справа еще GPS. А тут места, походу, на всех не хватит. У тебя каска. Да, каска. У тебя вообще каски у нас похожи на американские, очень похожи. У меня из карманов не достаются магазины от пистолета. Грузимся. Ладно, давайте грузим. Кому же этот ГПшник не нужен? Я в машине. Так, я на тебя рассчитываю, Фарид, говори, чтобы никого не перехерачил. Будет. Кто тебе сказал? Мы не торопимся. Будет, я тебе не врал. Пропустите, пускай все проедут вперед, потом мы проедем. Если что, это, в камыше GPS лежит и прицел. А как ты покрасил лицо в зеленый? Это
краской. В зеленку. Я краской просто. Не, просто таксисту не заплатил. Не-не-не, меня просто в армии заставляли траву красить. Почему? Я себе вместе с тобой покрасил. Да ты все покрасил. Ну серьезно, как? Ну это у вас все нормально. Все, проехали. Плюс 100 заметил. Там же не... Крашеная физиономия. Где мы? Спасибо. Так, я могу не украсить GPS? А, нет, у него реально лицо зеленое. Ебой. Среди нас новая раса. Зеленяется. Можно я кто ж так ездит, осторожно там передай. У медика есть GPS? Нет. У меня всего один трюпик с рабочим BN2. Я не могу высунуть голову. Если бегать медик, он будет нужен искать раненых. Ну, у медика GPS есть. Нет, у нее нет, она говорит нет. Пускай она возьмет. Взяла. Вот, все, и включай. Все, да. Постоянно, чтобы он с тобой был. Справочек есть? Нет, фары, кажется. Да нет, ничего, стоп, вот, все, нас пропустили, хорошо, поехали. Ебать, у нас тут это внутри светило. А, когда спишь, это ночью мимо окна приезжает какая-нибудь машина. Ой, его не... У меня этого нет, я ты на первом этаже живешь? Мимо окна приезжает машина, я охренеть. Я живу на пятом, но я все равно это не вижу. А, слышь, а ко мне, короче, вчера, мы, короче, в лесу ночевали, да? И там, короче, гуд, ну, палатки, проще говоря. Вам это тут даже не нужно? Знаешь, кто подобрался? Алиса. Олень. А, олень. Ну я его визуально не видел, но я... Человека так называешь? Да не... Нет. Ну короче. Лежу, ебать, и слышу, вот тот топает, да? Подходит рядом, и собаки прям... Прям, ну, нюхает, короче, да? Ну, собака была. Какая собака, блин, в центре леса? Ну, собака, здесь только ты. Оо, на командир отряда, да? Ну, на командир отделения, Макдон. На мехвода подберешь, сейчас пересядем. Ван, хорош. Сейчас пиздилка будет. А чё у нас так темно? Да это надо впереди, ну блин. Ну это потому что. Ну там направо, а, ну там. Наверное, вот потому есть. Что. В смысле, типа, сейчас весь это было важно ворачивать. О, купив собі дробовик, бульбап. А потім вона буде собирати бульбап. Я в зал. Собі патронів смачно. А у мене показує практика, якщо я добираю патронів, мене вбивають швидко. Якщо я йду по умолчанню, то більш-менш живу. А ти знаєш чому? Тому що жадність фрайера збудує. Я про оптику і про РПД. Ладно. Так, кстати, трубу заберіть, ребята. Да. Ванила РПГ-26. 72,5. Дарит ваниль. Мне она не нужна, я снайпер. Не, ну если никто не будет брать, то я возьму. Кого? Да бери, бери. 26 РПГ-шку. Давно уже надо взять. Блин, да перед тем придется тяжеловато. Кто тебе сказал? Когда ты будешь на место, скинь трубу на землю, чтобы сильно не палился. Потом ее еще, блядь, найти. У нас обычно практикует, потом... что медик трубу берет. Слушай, потом ее забудь, и потом нас противник за трубу подобьет. Нет, я ее туда положу. Надо лучше лучше, возьми трубу, будешь с ней бегать. Зачем? Да, будь здорово, возьми трубу. Это спали очень сложно. Германия. Это наркоз. Так, нам еще далеко ехать? Ну да. Просто я хочу сказать, что придет, там что-то хуже зовет, вот это зайти. Идите. Да нам еще нормально. 3 минуты у тебя есть, да? Да. Конечно, иди, все окей, все нормально. Надеюсь, мы, кстати, успеем. Он ушел, да? Поменял. И горящего еврея я знал, он бодрящий. И просто он приходит, ты уже знаешь, это дачник. Там вот нас уже кто-то спалили. С кивками, знаешь, сидит так, смотрит на всех. А вот оптика, ну. Да я думаю, нет. Тут все равно ничего не видно. А я думаю, нужно. А потом светать будет, возьми лучше. Там, по-моему, и коллиматор, и четырехкратный. Калиматор мой, и оптика, да, я тоже машина. Нет, стоп, на... Чё
арка. У него же вот сверху, типа, маленький коллиматор, если полет. Разве? А, да. Господи, Ctrl-Q нажимаешь и меняешь. Блять, колхоз. Слушай, колхоз, блин, не колхоз. Блять, я вообще-то деревню жму, что ты хочешь. Колхоз, вот именно. Колхоз. Да, сейчас бы еще. Спустите нахуй. А это арко, который, или осо? Заебал, блин, уже. Арко, это который более жирный, более большой. Бесишь меня, блин. Подожди, кинется отряд, блин. Вот так. Это убрать. Так, все, поменял. Что там он как говорил? Что-то там бубнит на обиходу хочет. Хочешь, чтобы у тебя кикнули с отряда. Не, он сейчас пешком горит просто. Блин, да надоел, у меня вот у вас уже жопа горит. Командовать круто, да? Да хреново, блин. Че, ты вышумит? Да нет, сядь, тут тихо все. Да можно, да, настроить, у вас же тоже есть ДВХ. Это взрыв был или что здесь вышел? Не было, ничего не видел. Блять, бог взрыв, мы нахуй все услышали. Чекай. Нет, словно... Вот он, вот опять. А, кто-то... Фарик. А чё это? Тихо, 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 тихо! Ну что, нашу благодарскую? Да, давайте его на холм, технику не выкатывайте, оставляем с обратной стороны. Ну налево, 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 чё встали-то? Налево, поехали. А я только хотел богатырскую сбить. Ну, не надо. Давайте, давайте, поехали. Чё там, давай это поузём. На подъем, там уже вылезем. Да куда еще далеко? Все хорошего. Стормози здесь, вот на этом склоне. Возьми, все, высадка. Все, я побежал туда на свое место. Серьезно? Предыдущий пробовал, хотя он был большим. Сейчас поднимусь наверх. Ой, блядь, чувствую, сламер меня заметит. Экипаж на 0-2. Не пались, у них все равно нету тяной этого. Как его? Ночника. На сламер. Ой, теплака нет, а ночника. Ночник-то у них есть. Да? Наверное. Так, убрать. Я потерялся. Пиздец страшно в плане того, что, блядь, я нихуя не вижу. Зато как красиво. Ну ты выкрути там, попробуй настройки яркости покрутить. Блядь, а у них у всех ПНВ, да? Ой, щупаю. Меня. А, ты не никто знаешь. Не знает. Прошу прощения. Ужина. Классно все-таки. Так, ладно, осматривайте. Метку пока на себе поставил. Хорошо. А Ягуар уже прибыли на свои позиции? Можешь спросить на ДВ? А, Ягуары прибыли на свою позицию? Нет, это ЮНы. Вы уже на своей позиции по дефолту? Все принято, ага. Да, они там уже. Ну, пока, значит, бояться нечего. Так, ты на себе метку, ага. Обновляю. Чего? Нету. Что за дальше? Ночник есть, пока нету. Ну только бинокль ночник. Там вражеский хаммер стоит, по нему хераш. Далеко очень. Дистанция 2.5. На метке
Матухан, ты все закрепился там? Нашел место? Вообще нашел, да. Ну все, хорошо. Не полезь на север, да и все. Все, я присел, вроде не видно меня с севера. Буллет, ты где? Ну знаешь, я ваш подъем в гору тоже что-то шибко не вижу. В плане того, что тут деревья стоят и из-за них нихуя не видно. А ты на другую гору что ли поднялся? Ну ты найди так, чтобы можно было как-нибудь. Тебе все туда послали за этим. Вот мне надо именно смотреть за вашей горой, да. И подходы к ней. Ну, на, за нашей горой, на склоны. Да я чуть подальше зайду. Можешь подняться даже на тот склон. Я на тебя метку продублировал, чтобы свои там не смаслили. Так, ну более-менее сейчас вижу вашу гору. Хорошо, молодец. Сейчас меточку на себе поставлю. Все, меточка на меня точная. Где будет? М? Где будет? Уже с нами шел. Скоро цветать будет уже. Немножко не понадобится, так будет видно. Чего? Будет? Да он это в машине сидит курить уже. Так а вы там вообще не высовываетесь, да? Ну, мы просматриваем склоны противоположные. Так не высовываемся, стараемся. Просто я вас вообще чуть не вижу. Так, видно? Сейчас, на зелёдку, на зелёной метке посмотри. Видно кого-нибудь, нет? Так, там непонятно, какая-то возня висит в воздухе, что ли, кто-то. А, нет, ягуары, наверное. Блин, это не ягуары, это пневмаг висит. Пневмага нет ничего воздушного. Да, подтверждаю, враг. А чё вы так кучно сидите, там попадание? Да, кто в технике? На Нум-2 впереди. Так, выкатываемся по азимуту. По азимуту 340, на карте метка. Красный 1.3. Попробуем отработать туда. Его видно в бинокле. Он там в воздухе прям висит, паразит. Ну, с
остальные тоже не зеваем по сторонам, тоже нет правда, кого типа, все равно на дальнях вы ничего не определите. Ну, я в нашу говорю. А, куда? Остальные посматривайте тоже по сторонам. А, стоп, там свой сидит, стоп. Отставить назад закат, все там свой, его просто это свой, все назад. Назад закатываемся, нет, там все нормально. Так, все, кто без оптики, посматривайте по сторонам, чтобы кто-нибудь не пришел, с РПГ не выбил. Ой, тебя искали. Меня? Да. Вот он я. Зира, по-моему, тебя потерял. Да, соскучился, что ли, он по мне? Да. Бедолага. Лунь, у тебя если оптики нету, ты где-нибудь лучше встань за высоту вот туда вот под низом. Все равно ты так ничего не увидишь, а так ты хоть жива будешь. Ты будешь. Фарин, ну, ты можешь вот видишь домик перед собой. Сейчас. Ничего там. Зира, ты мне искал? Конечно. Соскучился? Очень. Ну ты не реви, я рядом. Давай побыстрее, хочу тебя обнять. Я не готов. Винил готовил. Ты мне макияж попортишь. Двойные, блядь. Надеюсь, вы выживете. Точнее, не надеюсь. Тут два пулеметчики такие за ручку возьмутся, побегут. Их закатывай. Ты уже представил? Представил? На 345 там кто-то валяется, наш, да? Далеко. Барбарис. Ребят, вы бы не стояли так на верхушке, так кучно. Вас на дистанции очень хорошо видно. Блин, ты где? Слева от зеленой метки один. Я на азимуте 345-346 в камнях видел какого-то чувака, он на пузе уполз за тот склон, в ту сторону, со стороны противника. А там ягуары сидят. Я метку на себя поставлю. Блять, смотрю на вашу гору, нихуя вас не вижу. Мы слились с местностью. И он испарился.
Матуган. Матуган. Посматривай на востоке, там какая-то возня, высадка, могут и к нам прийти. Мест не видишь там? Ой, на западе куча мест. Борис, я туда смотрю, у нас там, кстати, только наш танк стоит, да? И все. Все хорошо. Поглядывай, да, на этот танк, потому что он там один, мало ли кто. Сейчас его там примут. Он, кстати, уехал, по-моему. Я понял, ну еще высота голая у нас, да? Я Паш. Понять не могу, где она, блядь. Так, по ходу дела я вижу противника на 259 от моей метки бежит человечек. Похож очень на врага. На 259? Это азимут от моей метки, да. Ты же с нами вроде сидишь, что все вместе. Что не вижу. На горе? На спуске? Поставил метку, видишь? Это да, точно. Вижу. Он туда, он за тот склон убежал, мне сейчас его не видно. То есть он там на высоте, на самой вершине, за нет, камнями? Нет, 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 не на самой вершине, он ближе к подножию, там со стороны домиков. Вот где домики идут, эти всякие такие белые, серые. Он один, я одного только увидел, пробежал. А, еще одного вижу. 264, еще одного вижу, смотрит, по-моему, в нашу сторону. Фаридыч. Фаридыч. Еще одного вижу. Смотри, там, короче, Фарид. Двухэтажный дом, квадратный, блин. Нет, ты видишь, правее на его. 264, на зиму 264 от моей метки. Попробуй туда посмотреть, это работает. Ага, все, понял. Если ориентир, там перед ним одноэтажный белый дом с сараем слева. Чуть выше вести, левее, там перейдите стоит человек. Переведите на первый канал, потому что сейчас там более будет. Походу дело это враг. Все, я на первом. Побежал туда же, в ту же сторону. Это в лесу, что? В лесочке, что ли, таком беспонтовом? Там лесочек смешанный с домиками. Так, вот вижу двоих. Вон, вижу, вон, двоих. Да, да, вижу, на нас смотрит. Блять, с гранатометом, сука. Да, да, с гранатометом, это враг. Блин, на тарабан. Да, Зимут, я не вижу никакого леса. По мне. 260! По мне работали. А, по... нет, это не в нашу зоне обзора. Нам надо двинуться, Фарис, слышишь? Будет, я отступаю, по мне работали. Блин, да ёлки-палки. Буля, ты жив? Жив, 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 жив. Погоди, а чё там наши-то делают? Может, их уже перебили? 1-4, это вы на нас смотрели сейчас? Мы вас отработали, нет? Так, по вам не работали, все принято. Так, да, вот. Все, мы там, 1-4, у вас враги рядом. Ой. Увидел его, да? Сейчас, ага. Смотрите, чтоб по вам пуск, блядь, не было. А то прилетит. Погнали. И может вообще сейчас с вами, блядь, выкатиться, вы спалите. Так что будьте осторожны. Поставил метку 1-4. Да. А что такое там? Куда работаете? Да хрен его знает. А, это, по-моему, по нам, да? Отпускай, давайте, да, откатывайтесь, откатывайтесь. Да, это по вам. Живые друг нету? Живые. Че, вас отравил, че, подбили, нет? Да все белые. Из чего пуск был? Да с мапса, блин, непонятно как откуда. Еще, еще, еще. Да, смотрю, ваш подножие вроде чисто. Блин, они работают с востока.
Нет, с запада работают, с запада. Они на западе, где вот я красную метку влепил. Пехота. А, Ягуар, меточку поставили, я запечатаю прямо под вами, слышите? Прямо под вами пехоту. Принято. Можешь отработать ее? Я метку всего лишь вам сказал. Я так не вижу метку. Да, парни, слышали? У нас рядом враг. Под нами почти. Ну это, блядь, самого противника я не видел, я говорю про метку. Барбарис, ты пешком собрался идти? Барбарис. Да-да-да. Ты пешком собрался идти? Нет. Приказ отступить. Блин, я прослушал. Все хорошо, принято. Да, парни, уходим, давайте. Возвращайся. Мы уехали. Да ехайте, ехайте, я пешком отсюда уйду. Мы. Барбарис, ты как командир отделения должен был так-то быть вместе с экипа, с отделением. Приедете, вам вон. А мне что делать? Потихоньку пробирайся назад в тыл. А может я им в тыл зайду? Ну дай давай, стрелять. Давай так, да. Давай я останусь, скажи там по рации то, что типа снайпер останется, и он, короче, в тыл попытается зайти. Ага. Так, а вы куда укатились-то? Далеко? Я не знаю, я ничего не вижу, просто туплю на газ. Пошли, уходим, отступаем. О, бля, ладно. Грузимся в технику. А, мы тут уже далеко оказывается. Где у нас техника? Что, на запасную точку выходим? Блин, я просто не успел, блин. Пытался этих вычислить, откуда они отработали. У нас точно не повреждена техника? Где техника наша? Техника откатилась, Ваша, а вы идете пешком. Ну в нее не попали? На метку 1.5 уходим, да? Еще раз. На метку 1.5 уходим? Да, 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 на зеленую 1.5. Да, она разве стоит? В смысле, так мы там, у нас не стоит зеленая на 1.5. Вы там и стоите, на этой же метке. Ты на ДВшке спроси, я пойму, куда спроси, нам... спроси на ДВшке, куда отступать 1.5. Вон, Зира, займите оборону пока в руинах где-нибудь. Так, парни, розовая метка на юге, видите, далеко на юге. 1.5? Да, да. Так точно. Где на красной линии, там вот, туда. Ага. Двигаемся тогда. Опа, стреляет уже. По мне. Да. Откуда по вам? Не с горы. Опа, по мне. С вашей позиции, да? Так точно. Старый. Так, не могу уйти, я в руинах. А можно чего? Меня не убьёт? Техника откатилась на 1.5, розовую. Ай, бля, это наш. Там Варсук, если что, бьёт, получается, по противнику. Он не по вам случаем, бля? Да все уже сказали, по нам случайно отпахали. Ладно, отбой, все уже предупредили. Зира? Блядь, меня-то! Зира на связи? Булит? Блин, а? Ну раненый, блядь. Поищите их, слышь. Луни, давай. Меня чуть не убило этим. О! Я, если что, у домика лечусь. Нет, не лечусь. Не-не, подожди. Нажми кнопку Enter. Тебе там пишется, кто тебя убил. Кому? Меня убил союзник. Кто? Кирилл. Какой отряд? А это, походу... ЦБР. Да, походу. А, да, союзник. Те, кто...